Все творится на пляже. Уже подготавливают к тому, чтобы вы сюда пришли. Это прекрасно. Так, друзья, для вас срочные новости. Спасибо, что вы подключились, потому что сейчас все думают, идти на море или нет. Я специально приехал в 6 утра, так как я сегодня уезжаю из Анапы. Об этом немножко позже, в конце видео, чтобы рассказать вам, что надо срочно все бросать и бежать на море. Всего лишь 2 дня была волна. Всем, кто мог, перетерпели капитальные красавчики. А сейчас вы видите, какая красота. Я нахожусь на пляже возле речки Маджипсин. Вы что, готовы кайфовать? Смотрите. Ребята, все, как ничего и не бывало. Просто шикарно. Единственное, где-то, может, прибьет водоросли, где-то выкинет мусор. Об этом пишите к нам в Телеграм, Юрий Азаровский. Будем все публиковать. И посмотрите, какое море. Температура воздуха на 6 утра плюс 18. Сегодня, по прогнозу, до 28 градусов в море. Просто чистейшая, даже после шторма. Этим и прекрасно в нашем городе Анапа, потому что, ну, все классно в плане моря. Смотрите, сколько людей уже гуляет у нас здесь. Это, представляете, 6 утра, дорогие друзья. Просто, по-моему, фантастические кадры того, что происходит на пляже. То есть все, волны нет, можно приезжать, купаться, отдыхать, спокойно загорать. Поэтому тем, кто послушал меня, перебил, как говорится, я вам выражаю свое уважение, ребята, как минимум вы не рисковали своим здоровьем, и теперь можно увидеть, что здесь происходит, и это тоже на самом деле прям шикарно, шикарно, я счастлив. Так, теперь о том, куда я уезжаю, друзья, уезжаю в Крым, все, пора покидать Анапу и ехать смотреть, что там происходит интересного. Обо всем подробнее смотрите позднее на моем канале, ну и жду вас в комментариях, чтобы, допустим, вы хотели посмотреть в Крыму, если бы, ну, была бы у нас такая возможность. Я создам небольшую интригу, что зачем, куда и как. Сегодня хочу услышать вас в комментариях, а вдруг вы расскажете. Ну, а может быть, по Черноморскому побережью, допустим, если проскочить, что бы вы хотели посмотреть. Вас люблю, спасибо, что со мной, спасибо, что смотрите, ставите ваши лайки и подписывайтесь на канал. Возможно, мы сегодня возьмем 247 тысячу подписчиков. Сегодня будем без хайпа, так что, возможно, не возьмем. Ну, в любом случае, приглашайте друзей, товарищей, наше сообщество. Вы сами вчера видели, как у Джаника мы весело сидели. Я благодарен каждому человечку, который там был, который был с другой стороны, кто писал хорошие слова. Вы капитальные красавцы. Я желаю вам счастья, любви, добра. И чтобы вы на море приезжали к нам всегда. Это будет самое великолепное, что вы сможете нам привезти. Постоянно спрашивать, чем угостить, чего привезти. Ребят, привозите хорошие, позитивные эмоции. Наслаждайтесь морем и получайте в ответ здоровье. Дай бог, чтобы все у вас было хорошо и мирного неба всем над головой. С вами был Юрий Азаровский. Специально перед отъездом, вместо того, чтобы попить кофе или покушать, приехал для вас, чтобы вас предупредить, что на море все по кайфу. Обстановка по кайфу. Мы с тобою кайфуем. Ладно, все, я полетел.